Привет, дорогие телезрители. Сейчас мы будем снимать кино про вот эту волшебную коробочку с надписью «Мапка ДЕ». Мапка Аутотехник ГМБК Гемани. Джормани. Сертификат соответствия. А вообще, на самом деле, эта штука называется комплект подшипника колеса. Называется артикул 26591. Итак, что внутри? А внутри у нас вот что. Это видео я снимаю специально для тех, кто интересуется, что внутри. Что входит в состав данного подшипника. Собственно говоря, сам подшипник в пакетике. Вот такой вот он проточкой по центру. Подшипничек должен быть роликовым коническим. Распаковать. Давайте посмотрим. Потому что все равно мне его ставить. Весь он в смазочке. Весь блестит. Да, вижу ролики. Роликовый конический. Ладно. Собственно, для чего купил я этот набор? При его стоимости 2100 с чем-то ре. Сейчас посмотрим. 2195 он стоит. Комплект подшипников колеса ступицы мапка. Это для Subaru Legacy, для Subaru Impreza, для Subaru Forester и им подобным. Для кого подходит? Смотрите, огромнейший пакет со смазкой. Эта смазка, как я понимаю, наносится под сальнички, потому что под сальниками место должно быть заполнено смазкой. Смотрим. Колечко стопорное. Сальничек один. Фирма TM UK. Вот написано. Не знаю, видно, нет. Сальничек дорогой. Пружиночкой. Это тоже с пружиночкой. Они разные по диаметру. Наружный, внутренний. И грязеотбойная манжетка, которая называется тоже сальничек, но она выполняет защитную функцию. Она препятствует проходу грязи. Сюда вставляется граната. Напоминаю, для тех, кто не в курсе, ставится она вот так внутрь вот этой вот штукой. Не вот так вот, как некоторые думают, как правильно было бы ставить сальник. Так вы гранату запихаете, но она тут же съест после первых километров эту громку. Вот так надо ставить. Изнутри сюда пихается граната. Новая гаечка и шплинтик. На Subaru этот шплинтик нафиг не нужен. А вот гаечка пригодится. На Subaru она стопорится вот сюда зубильчиком. Молодцы, мапка. Делают же все для людей. Я, собственно говоря, брал... Я хотел СНР, короче, заказать. А потом увидел мапка. И увидел,
что в нем есть вот эта смазочка. Ради смазочки купил, и цена приемлемая, сделана в Германии. Ребята, это прорыв. Надо второй заказывать. А второй уже нету. По 2,5 почему-то. Брал на экзисте. Ну да ладно. Засим разрешите откланяться. До новых встреч в великолепном эфире. Всем пока.